Восходящие звезды из страны восходящего солнца. Покемоны дальневосточного юмора. Всемогучие тамагучи. Гости рубрики Comedy International. Резиденты Comedy Club Tokyo. Стайл Союза Нерушима и Нихери Свейсаки. Итак, встречаем! Наши этакие узкоглазые резиденты. Они вам сделают практически харакири, что означает на японском миньет. Встречаем! Добрый вечер! Ну что, соскучились? Ну что, все молчат, заснули, я не знаю, там в тарелке, где вы там? Вот, друзья, как известно, замечательно известный тележурнал «Яралаш» показывает в многих странах. Итак, мы вам покажем журнал «Яралаш» по-японски. Акира Куросава. Итак, я ваш случай на уроке. Сидишь, Кирасан, ты опять не сделал уроки? Продолжаем японский яралаш. Миниатюра ограбления. Пара-пара-пам. А теперь давайте вспомним, продолжим яралаш и наша древняя японская борьба сумо. Как вы все знаете, многие мировые хиты переводят на другие языки. Итак, представьте себе, Уитни Хьюстон поет песню на японском языке.
Такие сладкие у нас из Скотланда резидент, мне понравилось. Да, это Витни Хьюстон запомнит надолго. Еще немножко наркотиков и вообще будет все здорово.